Как избавиться от негативных мыслей? Не считайте какие-либо мысли негативными, потому что это всего лишь мысли. Кто вам сказал, что они негативные? Это просто мысли. Вы сами их создаете. Может, они вам нравятся. В чем проблема? Если вы осознаете, что это просто мысли, у них не будет никакой власти над вами. Если же вы считаете их реальностью, тогда они могут разрушить вас. Это просто мысли, не так ли? Верно ли, что вы сами создаете мысли? Нет? А, то есть вы в этом сомневаетесь, потому что вы не мыслите. У вас ментальная диарея. Да, все происходит само по себе. Мышление, слово «мышление» означает, что ваш мыслительный процесс происходит осознанно, не так ли? Да? Мышление означает, что вы делаете что-то осознанно. Но сейчас вы находитесь в состоянии ментальной диареи. Мысли просто льются нескончаемым потоком. Итак, что в этом негативного и что позитивного? Негативно в этом то, что это происходит неосознанно. Вот что здесь негативно. Не содержание мыслей. Мысли о дьяволе негативные, мысли о Боге позитивные. Это не так. Так не бывает. Самое негативное, что сейчас происходит, это то, что ваш мыслительный процесс происходит неосознанно. Вот что в нем негативно. Очень многие люди уничтожили себя, пытаясь остановить те мысли, которые они считали негативными. И они пытались бороться с ними различными способами.